Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь робота. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чайтани, и сегодня мы рады представить вам новую рубрику на наших каналах, которая будет называться «Робопатруль». Робопатруль, друзья, всем привет! И сегодня что же будет в этой рубрике, друзья? А сегодня вы увидите, как вот этот робот огромнейший, возможно, он в следующих сериях будет меняться, но это не точно, он будет ловить преступников. Теперь ни танки, ни какие-то другие, так сказать, транспорты не будет ловить, а будет именно вот этот вот работяга. Да-да-да. Короче, ребята, если вы увидите данную рубрику у кого-то из других ютуберов, можете смело от них отписываться, ставить дизлайк и смотреть только видео у нас, потому что мы не плагиатим, да? Да. Короче, давай. Я хочу уже на него сесть, потому что он реально очень мощный, очень прикольный. Он прям просто я теку. Ай, сладенький робот. Давай, ладно, я пошел за свой гелик, в общем-то. Смотри, он приседает. Оба! Гелендваген, ёпсель-мопсель. Погнали. Короче, данный робот отличается тем, что у него здоровенный и очень быстрый миниган. К сожалению, пушки сбоку не работают, но что поделаешь. Здоровенный дрын у него, ёпсель-мопсель. Да-да-да. Что такое анборд? Ты знаешь, что такое анборд? Нет. Я тоже не знаю. Но... А может X? Нет. Слушай, а у него вон те ракетницы не стреляют, да? Нет. Вот я и не знаю, какая клавиша. Но скорее всего не стреляет, потому что оно на каком-то поворотном механизме. А попробуй правой кнопкой зажать, и там точки есть вообще, нет? Ну да, точка есть, но не стрельбы. Он чуть плохо. Ну я понял, ладно. Я думаю, ему миниганов хватит, чтобы... А не, стреляет, братан, колесико, я нашел его. Да ладно. Да ладно, все, минус жопа чья-то. Короче, надо сваливать этот робот, он реально грозный просто. Да ладно, вот это я додумался, а. Хорош. Короче, я буду сидеть в кабине пилота, ты понял? Пилота? Да. Ты что, в самолет уже пересел? Но он круче самолета, братан. Охереть, как ты у меня боком ходишь. Слушай, серьезно? Нормально, да. Ты не робот, это какой-то скользящий на бочине дрифта робот. Это, короче, отвлекающий маневр просто. Да. Ну, надеюсь, все-таки рассинхрон уберут в Бриквиксе, и он будет вообще в порядке. Короче, ракетница у него довольно-таки слабая, но все-таки основное преимущество должно быть у минигана. Ну, наверное, да. Ну, я думаю... Ого! О, братан! Воу-воу-воу-воу-воу! Охереть, ты мне сказал! Эй, вали от... Да ладно! Господи! Вот это я понимаю, зажег так зажег, а! Ни хера себе! Вот я так понимаю, я тебе колесо оторвал, да? Я тебе колесо оторвал, видимо, этой ракетницы. Не оторвал, а пробил просто его жестко прям. Я вот только, знаешь что, с миниганом-то понятно, с минигана стрелять от первого лица легко. А чтобы стрелять, короче, из пушки, нужно стрелять чуть-чуть под углом, короче, под 45 градусов, чтобы попадать. Но... Да ладно, просто уничтожили это просто. Ты мне говорил брать какие-нибудь попроще тачки, да? Да кто ж знал, что у него такая волына-то мощная. Это просто жесть. Блин, ребята, ну вы поняли, что с робопатрулем лучше не шутить, и поэтому сейчас Антоха поступит на службу и посмотрим, что из этого получится. Да. Короче, ребята, у нас в городе появились дезертиры на Хаммере. Вот такой вот поворот необычный. Да. Ну и робопатруль, естественно, вышел на поиски данного преступничка. Так. Ну слушай, мне кажется, что как раз, в принципе, робопатруль по таким темам-то и может патрулировать город. Да он может быть, почему патрулировать? Он главный в этом городе. Так, робот, поворот. Арабиш на двух колесах. Как он медленно назад-то едет, а? Нет, он поворачивается очень медленно, но, блин. Кстати, стреляет первого лица прямо от руки, так проще. Серьезно говорю, от третьего лица не попадешь. Да ладно тебе, сейчас попробуем. Ну это чтобы по чесноку было, я сразу говорю, что я стрелял от руки. Я понял, да. Так, ладно, главное мне тебя просто найти, короче, а потом уже мы разберемся, с чего стрелять-то там. У меня тут, короче, такой хороший пулемет, но он, падал, вообще не стреляет. Вот это обидно. Так, я сейчас думал, ты выезжаешь, и тебе прям в бошку, бах. Ну, почти так и было, только я выехал сзади тебя. Сучка. Так, давай, дезертир-то не дурак, ебать, обратно не хочет. Да, дезертир не дурачок какой-то. И подрепунал тоже неохота. Ладно. Ну, зря. Нихера ты встал, ты чё бычишься, пацан? Семки есть, а есть найду. Зря он так это. Ой!
Я, кстати, не от тебя колесо сломал, а от бордюра, так что ничего не знаю. Блин, ну разворачивает он, конечно, это. Да ты приседаешь там, УФП за 10 минут. Красапец. Ну да, он разворачивается, конечно, очень долго. Ну я вижу, я вижу. Я попробую пока уехать, в принципе. В принципе, может получится. Да получится, ну, конечно. Будешь стрелять? 20 раз проехать, пока он повернется. Так, ладно. Господи, а чё ты... Нихера ты красавчик, ты на двух этих ездишь, на двух колесах. Я понял, братан. Нихера себе! Робо-патруль сошел с ума. Ты у меня прыгаешь. Господи. Я, короче, знаешь, я бы на месте дезертира, который впервые попал в этот город, отсюда бы драл уже нахер. Ну, так и надо делать. Я вообще не понимаю, что происходит. Она тебя смотрит, ты вроде вдалеке, а тут херак. Херак, ты уже сзади, алло! Ты что делаешь, ненормальный? Ай! Ну а чё? Ой-ой-ой, а чё случилось? Меня остановил забор. Это классика жанра. Да. А как интересно вот вблизи стрелять по тебе? Только пулеметом, по-моему. Так Alt нажимаешь, чтобы управлять этот телом. А, он Alt управляет? Ух ты, твою мать, да откуда? А чё ты сделал, скажи мне? Здравствуйте. Ёб твою мать, ты вообще взорвался, что ли? Я еще потом врезался, и почему-то он взорвался, я не понял. Что вообще произошло, я не понял. Я опустил пушку, которая ракетами стреляет, и вдарил тебе. А, ты меня просто ударил или встрелил в меня именно? Стрельнул, зачем? Потому что у меня ты летал в воздухе, и получается, что ты на меня приземлился просто и раздавил меня. Не, я стрельнул с этой, с ракетницы. Я, короче, понял, дезертир, видимо, прежде чем свалить с части, он, наверное, залез в медпалатку и стащил галлюциногена какого-то. Это, кстати, возможно, да. Ну, ты заметил, да, робота тоже не стало, ёпси. Да-да-да, робот вообще ненормальный, сам уничтожился. Это от радости, наверное, первый нарушитель за последнее время. Да-да-да, но он прям жестко вдарил тебе, прям по самой гланды. Да-да-да. Что ж, ребята, вот такой заезд, думаю, что повторим еще разок и посмотрим, что из этого получится. Поехали. Идет калибровка. Что он несет, этот робот? От первого лица вообще топово сидеть за кабинами хода. И ты прям едешь от первого лица? Я просто стою, пока стреляю. Калибровку настраиваю, этот, пушки. Все нормально. Давай, давай, настраивай. Я пока здесь свои дела. Я разводчик наркоты в Легосити, ёпси. Нихера себе, ты там пролетел на гелике, что ли? А, нет, это какой-то джипик, я не знаю. Нихера ты, бандюга, ну-ка иди сюда. Мы тебя видели. Как минимум я тебя остановлю за превышение скорости, потому что там летел, походу, под 200 вообще. Робо-патруль за превышение скорости, нормально, слушай. Так, ты что, ДПСник, что ли, эй, робот? Возможно. Братан, я тебя вижу, ты сейчас с моста упал. Но я что-то это, не это, не удержался на нем. О-о-о-о-о. Ой-ой-ой, плохо дело. Я понял. А что такое быстро-то, алло? Плохо дело, плохо. Нихера, жин-жин-жин-жин-жин, и свалил уже просто. Во-ху-ху-ху-ху! Ёпа-мать, он, кстати, еще у него что-то открывается, типа крыльев, что ли? Ага. Крылья. Господи, что там у тебя произошло? Ой-ой-ой. Валим. Так. Это, знаешь, понял. Это какой-то джипик такого путешественника, короче. Тревел джип, ёпси. Угу. Я не знаю, под чем ты там путешествуешь, но что-то ты слишком быстрый. Хорош. Я даже без газа сейчас ехал. Ну, я бы тебя все равно попал с миниганом, но с пушек нет. С пушек очень быстрый ты. Не, с пушек там попасть надо, когда на большом расстоянии, а так они тяжело. Не, они же тоже управляются. Не, ну я знаю. Но сложно. Но все равно, пока ты ими управляешь, я уже пролетел. Ой-ой-ой! Ух ты, ёб твою мать, ты здесь что ли? Ёб твою мать, ты что здесь делаешь? Блин, у него что-то вытаскивается даже, когда он тормозит. Вообще нормальная тема. Я не знаю, что у тебя вытаскивается там. Я знаю, что теперь нужно смотреть на дорогу. Ты видел меня? Нет. Я тоже. Где? Я тоже знаю, что ты не видел меня. Пиди-пиди-пиди. Ищем цель. Ищем цель. Ищем цель. Уважаемый.
Уважаемый, у вас что-то отпало. Ты куда свернул? Ну еще рата шустрый. Слышь, куда ты свернул-то, я не понял. А, блин, он очень долгий. Ну, в принципе, робот такой и должен быть. Ну да, да, да. То есть робот, знаешь, ждет своего момента и потом как вдарит, так вдарит, да? Ой, ах ты, куда, жопа мелкая. О, я миниган сломал. Миниган сломал? О, вот это, кстати, мой шанс. Интересно, просто робота можно уничтожить, нет? Сломал миниган. Ну, я не думаю, что если ты в него врежешься, что профит будет какой-то от этого. Нихера себе. Хера ты у меня бочком навалил. Оу! Ты чё взорвался-то? Ты меня в заде хернул. Я? Да, нихера себе. Да ладно, я тебя вообще не задел. Господи, как это красиво. Это как, знаешь, в фильмах, это, блокбастера. Я еду, типа, уворачиваюсь от таких пуль, короче. Ну, я в тебя-то попал вроде пару раз. Да-да, ты мне всю сраку отхерачил. Хорошая срак. Блин, ну ты меня, короче, красиво подкинул, прямо об здание, получается, я сам взорвался. Да ладно. А ты говорил, через нельзя броню. Робота никак убить. Вау! Блин, врезался. Господи. Где ты там, братан? Да тут же. Тихо, 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 брат. Тихо. Вау! Вот так красиво смотрится. Блин, Сука! Тебя здание убило. 2-0. На! Вот так вот это делается. Офигеть, меня выбило прям с машины, слушай. Блин, ну блин, я еще стою такой, стреляю, думаю, сейчас тебя из ракет убью. И ракета, получается, стреляет прям в угол здания. Ну да, по красоте, короче, получается. А когда ты едешь и ты сзади стреляешь, вот так вот камеру поворачиваешь, это, ну, вперед машины. И прям прикольно смотрится, как снаряды летят, короче, и я еду, типа уворачиваюсь, короче. Ну да, ну сложновато, конечно, вот без прицела сложновато попадать, но интересно. Ну да. Что ж, ребята, оценивайте наш робопатруль. Мне кажется, что это в действительности очень прикольная новая рубрика. И думаю, что она у вас приживется и будут еще серии. Поэтому, ребятки, поддерживайте лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И не забывайте про колокольчик. Да, ребятки, и всем до скорой встречи, и пока-пока. Пока, ребята.